новости. В студии Динара Жандагулова. Здравствуйте. Мы же смена одобрили закон о ратификации договора между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам. Согласно этого документа, страны обязуются выдавать разыскиваемых лиц. Договор регламентирует вопросы ареста, изъятия документов и расходов на транспортировку задержанных. По информации Генпрокуратуры, в Казахстане уже используется механизм по определению незаконных доходов, изучение различных источников информации, анализа денежных переводов и сделок. Подобные договоренности у нашей страны есть с 20 странами, в числе которых Китай, Саудовская Аравия и Индия. У правоохранительных органов есть возможность проведения негласных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, могут изымать какие-то документы, по ним проводить аудит, бухгалтерские экспертизы, экономические экспертизы. Вот. И в рамках этой работы, если мы видим какие-то вещи, которые, ну, активы, которые выведены за рубеж, мы соответствующим образом как раз вот в рамках таких соглашений обращаться будем к нашим зарубежным партнерам для того, чтобы они нам помогали найти эти активы и проверить их законность. 28 соколов-балабанов пытались вывести из Атырау. Краснокнижных птиц планировали самолетом доставить в одну из ближневосточных стран. Сотрудники КНБ задержали иностранцев и граждан Казахстана. В доме одного из организаторов обнаружили специальную комнату для содержания птиц и препараты для их усыпления. Проводится досудебное расследование. Сумма ущерба превысила 200 миллионов тенге. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подтвердили утечку персональных данных казахстанцев. Вопрос на пленарном заседании Мажилиса поднял депутат Никита Шаталов. По его словам, в соцсетях появилась информация о том, что в открытом доступе в иностранном телеграм-боте разместили индивидуальные идентификационные номера и места проживания казахстанцев, которые можно узнать, вбив номер телефона. Многие пользователи предположили, что данные взяли из государственной информсистемы. Вице-министр сообщил, что эти сервисы заблокируют. Соответствующую заявку уже направили в Министерство культуры и информации. Действительно, имело место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных, в некоторых телеграм-ботах. При этом хотелось бы отметить, что принцип работы построен у них таким образом, что они собирают в основном и агрегируют информацию из различных источников, в том числе социальных сетей общедоступных. И как раз вот на, скажем так, основании введения номера сотового телефона. Поэтому в том числе мы предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис, как в настоящее время запрещенный в Казахстане. Создать государственный центр информационной безопасности по обслуживанию объектов информатизации госорганов предлагают мажилисмены. Это усилит безопасность госучреждений и персональных данных казахстанцев, а также защитит систему электронного правительства от кибератак. Кроме того, согласно законопроекту, операторы будут сообщать о произошедшей утечке персональных данных в течение 3 дней с момента обнаружения. Работать центр будет при Государственной технической службе КНБ и обслуживать 350 госучреждений. Мы, безусловно, усиляем самое главное государственный контроль в сфере персональных данных. Это позволит не только реагировать на утечку, когда уже данные не вернуть, но и позволит профилактически проверять, насколько эти данные защищаются, насколько хранятся. Боты, которые питаются в том числе даркнетом, то есть черным интернетом, где продаются данные, которые реально утекли при взломе с информационных систем, мы этот вопрос тоже так или иначе будем блокировать. Плюс институт уведомления об утечках данных каждому пользователю. Если его данные утекли, вам СМС придет по 1414 о том, что ваши данные утеряны. Вы будете предупреждены. Секцию армрестлинга открыли в ауле Капал области ЖТСУ. Ведет ее бесплатно кандидат в мастера спорта Владимир Чепель. 5 лет назад он сам оборудовал в одном из помещений сельского клуба небольшой спортзал. С тех пор многие из его подопечных уже добились успехов в этом виде спорта. Гульнар Жантасова расскажет. Почти 10 лет занимается армрестлингом Владимир Чепель. Поначалу как хобби, ну а после увлекся всерьез. Сейчас он кандидат в мастера спорта. Успехи Владимира стали примером для местной молодежи. Так и появился в сельском клубе небольшой спортзал.
Наше село считается отдаленным и от районного, и областного центра, поэтому такие секции для школьников и молодежи нужны. Есть где использовать свой потенциал. Приходят, с удовольствием занимаются. Ездим на соревнования, готовимся к ним. Уже есть первые успехи. Земляки как могут поддерживают энтузиаста. Одни привозят из областного центра гири для тренировок, другие – тренажеры для укрепления рук. Ну а столик для армрестлинга своими руками соорудил местный аксакал Ахылбай Ата. Сейчас секцию посещает больше 20 подростков. Многому я здесь научился. Во-первых, техники борьбы на руках. Вместе с тем тренер нас учит быть хладнокровными, уверенными в себе, а также умению противостоять противнику, используя максимум навыков. Ну а для стимула здесь же, в ауле, Владимир Чепель постоянно проводит среди юношей соревнования по армрестлингу. Пусть призывной фонд и не так богат, главное – стремление к победе. Поначалу в соревнованиях участвовали примерно 40 человек, а на летний турнир приехали уже вдвое больше участников. Это своего рода отборочные состязания. Здесь мы отбираем сильнейших и уже готовим их на более серьезные чемпионаты. А еще у Владимира есть мечта увидеть своих воспитанников на республиканских и мировых турнирах. Есть среди них уже и те, кто смело заявляют о себе. В скором времени в Копале откроют новую спортшколу. И тогда возможная секция армрестлинга будет работать уже не на общественных началах, а с укомплектованным штатом тренеров. Гульнар Жантасова, Ардах Айбарулла, Куаныш Тургенбаев, Хабар 24, область ЖДСУ. Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на азиатских играх в Китае. В турнире по стендовой стрельбе казахстанки Зоя Кравченко, Сема Орумбай и Ольга Панарина с рекордом выиграли азиатские игры. В активе наших девушек 350 баллов. В борьбе за золото они обошли сборные Китая и Таиланда. Мы к этому готовились, долго шли к этому результату. Естественно, мы можем лучше. Мы показывали больший результат. Естественно, наверное, возможно, из-за климата, то, что очень жарко, было очень сложно показать хороший результат. Но все равно командным зачетом мы его выиграли. Ну, у нас сегодня большая радость. Команда женщин завоевали первое место на азиатских играх, первое золото в нашей вообще казахстанской делегации. Мы были обеспечены патронами, поездками, даже чартерные рейсы. Все это сыграло свою роль. В итоге золотая медаль, я считаю. Ну, еще... В наших планах еще сейчас лицензии на Олимпийские игры завоевать. Примечательно, что Асем Орумбай помимо золота в командных состязаниях смогла записать в свой актив еще и бронзовую медаль. Она стала третьей в финале индивидуальных соревнований среди девушек. Я очень рада. Нашей главной целью было взять медаль. Так получилось, что выиграла сразу две медали. Сначала золото, потом бронзу. Я сделала все, что было в моих силах. Финал прошел хорошо, было интересно. Наши спортсмены продолжают показывать отличные результаты в китайском Ханчжоу. Свой первый бой на Азиаде сегодня провела Назым Кзайбай. В соревнованиях по боксу она победила соперницу из Непала. Отмечу, что Назым Кзайбай – двукратная чемпионка мира по боксу и обладательница золота чемпионата Азии 2021 года. Я рада, что выиграла первый бой. На турнир никто не приезжает проигрывать, поэтому каждому поединку нужно подходить с максимальным настроем. Мы хорошо подготовились к Азиаде. Это важный турнир. Главная цель – взять лицензию. Накануне в Ханчжоу рейсом из Алматы прибыла вторая группа казахстанских спортсменов. Это больше 140 атлетов. Они уже разместились в атлетической деревне. Отмечу, что в Ханчжоу работает оперативный штаб сборной Казахстана. Его специалисты круглые сутки помогают атлетам с размещением в предоставленных организаторами игр номерах, получением аккредитации и решением других актуальных вопросов. Есть и отдельный медицинский центр, где следят за здоровьем атлетов. Напомню, что в этом году честь страны на главных континентах в континентальных стартах четырехлетия защищает больше 500 спортсменов. Спортшыларды алып келіп осы жерге кілттерін таратып орналастырамыз. Здесь мы выдаем спортсменам ключи от номеров в атлетической деревне, предоставляем всю необходимую информацию относительно питания, тренировок, логистики в Ханчжоу. Составляем план на день, чтобы успеть на все важные события, такие как жеребьевки, спортивные старты. В целом занимаемся решением широкого круга вопросов, делаем все, чтобы создать комфортные условия для наших спортсменов.
В столице продолжается турнир ATP 250 Astana Open. Во второй соревновательный день на кортах Национального теннисного центра болельщиков будет ждать еще 8 противостояний. В частности, определится финалист квалификации, а также стартуют первые одиночные и парные игры в основной сетке. Серб Хамат Меджедович сыграет со своим земляком Ласло Джере. Россиянин Александр Шевченко попытается победить спортсмена из Нидерландов Ботик Ван де Зандесхула. Но наибольший интерес зрителей прикован к дебюту казахстанца Михаила Кукушкина и первой ракетки страны Александра Бублика. Согласно проведенной жеребьевке, Кукушкин сразится с португальцем Нуну Боржесом, 86-м в мировом рейтинге. А Бублик в паре с россиянином Данилом Голубевым встретится с французским дуэтом Маннарина и Баррер. Напомню, что турнир в Астане завершится 3 октября. Победитель заработает 154 тысячи долларов и получит 250 рейтинговых очков. 2020 года мы получили лицензию 250 серии турнир. И в прошлом году то, что у нас была годовая временная лицензия пекинского турнира ATP 500. Конкуренция очень высокая. И для нас, для Казахстана, проведение турниров вот такого масштаба, она, конечно, является большим подспорьем для нашего развития, для наших молодых теннисистов. То есть, по нашей информации, уже со всех регионов Казахстана нам приедут более 1000 детей, которые заинтересованы посмотреть эти матчи. Ну и к этому часу у меня все. Эфир продолжит «Дневная смена». Мой коллега Каиржан Смагулов обсудит вместе с экспертами ход реализации послания президента, а именно в части